чуваки, у нас, короче, не работал вообще никак интернет. Мы записали видео на 20 минут. Оно перекидывается на комп, будет перекидываться 17 минут, пока посидим. Блять, ну, короче, увидите сами. Про да. это говно ничего не спрашивайте. Сорян, что не получилось не прямую, спойлерить. Но это нельзя было открывать дома, anyway. Это, ну, типа, не, нельзя открывать дома. Ну, да-да-да, все. Я ну, больше я ничего не скажу, короче. Подождете, 20 минут посмотрите. Это прям реально видео может хоть на YouTube выкладывать, блять. Да. Я аналитику провел, так сказать. Ребята что-то приуныли слишком сильно, мне кажется. Не будем спойлерить, что произошло, так сказать. Есть пиво, плоско еще. Да. Осталось дождаться 15 минут. Все очень красиво сделано, поэтому мошнить не надо. Намного лучше, чем если бы мы стояли там, блядь, и в 140 пивом показывали. Да, если бы и упала бы трансляция, да, и вы бы пропустили что-то. Поэтому. Так что это, по сути, прям полноценный обзор. Говно обычное пиво, нормальное, хорошее обычное да. пиво. Но я так думаю, что если датчанам трешку послать, какую-нибудь Балтику, у них примерно то же самое будет впечатление. Типа, не какое-то такое прям, чтобы с ума сойти. Ну, оно, кстати, довольно газированное. Мое лучше не пей, я съел три куска, даже, блядь. Я даже не знаю, какое в принципе, пиво. Вот ты умеешь, а! Чуваки, не работал интернет, блядь. Был бы вообще никак. Мы же пытались поднять, вы все видели, ребят. Там даже звука, ну, типа, звука потом не было. Нет, звук я отключил, потому что мало ли что. А вот видео мы как бы сами стрим там открыли, и он как бы в начале... Какая разница, блядь? 20 минут мы жрали эту хуйню только что. Вы что думаете, мы банки подменили или что, блядь, за это время? Там все видно. Конечно. Там все видно, и банки сняли. У нас даже чата все равно не было. Один фиг мы бы с вами не пообщались. Да. Был монтаж небольшой, да. Мы поменяли в последний момент. Да, вон, машина началась, но, ребят, не хотели... Положили вместо, блядь, Сёрмстрёминга шпроты и съели их, и вообще заебись, ходили там. Да если бы мы их съели, не, ну типа мы шпрот с удовольствием использовали. Да я бы... Использовали, но спойлерс. Шпроты бы тоже. Видосы уже смотрели, что там происходит обычно. Примерно, не, у нас, кстати, не настолько люто. Наверное, будет, потому что будет еще более люто. Да нет, с чего люто-то, блядь, что там люто? Ну ласка, типа. Я тоже чуть сначала. Да, блядь, не надо, да. Блин, не, не отмывается нихера, кстати. Не отмывается, а у меня... Нет. Что... Нет, ну ты просто открываешь. Я даже перчатки не хотел выкидывать, на самом деле. Но я, на самом деле, с 20 минут видео я 10 открывал. Это единственный спойлер. Потому что у меня прокручивалась открывашка. Ты, кстати, принес ее? Да. Кинь его в умывалку, блядь. Да, сейчас. И мой она телефон мне тоже лежит. Лучше убери ее в мойку, бля, подальше. О, лорик. Или дай лорику понюхать, интересно, как он отреагирует назад. Кота не трожьте. 50 рублей лизон. Да, блин, мы ждем, пока он да. перекинется, лизон. 10 минут еще перекидываться будет. 15. Там 20 минут. Естественно, мы вместе посмотрим, все обсудим. Я прям почувствовал те времена, когда я на ютубе пивное шоу снимал, а люди еще и машня. Ну, правда, про пиво я ничего не сказал, потому что я был полностью занят, блядь, селедочкой. Сейчас она что-то бурлит во мне, я бы сказал. Угу. Ну, на грани возвращения. Я на самом деле не так много съел. Ну, типа, я тоже, но... Да ты вообще ничего не съел, ты ее лизнул там. Нет, я съел. И мне достаточно было, чтобы понять. Но я съел. А потом я ел хлеб. Я хотел ее, ну, типа, там, короче, лизон, там еще два плавало, но я их выкинул. Я не смог себя заставить принести это домой все-таки. Так что... Если бы там была какая-то упаковка более-менее, которая закрывалась. Герметичная, да. Так стрёмно в холодильник класть, потому что холодильник провонять вообще на изи. Но это считай, что реально тухлятину храните, такая у вас тухнет что-то. Блин, я не знаю, как вот этот запах изо рта теперь вывести, это единственное. Ну, я не знаю, почистить зубы. Да, ну, будет вонять зубной пастой с Сёрмстрёмингом. Ну да. Ну я не знаю, со временем оно закончится. Это все закончится. Сколько там еще? 15. Что-то замедляется чуть. Сейчас еще замедлится. Станет вообще 3, блин. Скучно. Скучно просто сидеть, но ждем. Может, поиграем просто... в Tekken пока что? Да, это ебаный Tekken. Может, лучше ты мир-менеджер. Crash Team Racing. Мне кажется, премьер-менеджер 2000 лучше. 15 играл. Минут, там одну замену успеешь сделать. Смотреть один на матч-дэй. Да там и посмотришь на один кривой пас на фланг, скорее, дебильный, а потом вброс. И все. Возможно. Что-то успеешь. Возможно. Говорят, хватит спойлерить лучше на паузу. Блин, я почувствовал вкус.
Да там никакого особого спойлера, там типа, ну, как бы, первозданные впечатления. Говно на вкус сладковатое. Вот это, но оно как козел темный. Да, да, реально, но не такой сладкий, как козел темный. Ну не настолько, да. В зеленого прикольный вкус. Я все-таки, наверное, зря сказал, что он на трешку похожий, это бред. Реально прикольный вкус, говна. Приятно. Я бы такой пил каждый день мог бы. Ну да, хороший пивос, обычно хороший пивос. Че? Прими ножку. Надо бы принять, кстати, пожал. Давайте сыграем во что-нибудь пока что. 10 минут подождем. Да я бы лучше посидел. Тут как самочувствие, ребята. Сейчас нормально. Типа, не то, что прям. Ну, сейчас все узнаете, ребята. Говорю, спойлерить не хотелось, мы сидели. Блин, это пиздец, передается. Ну там просто видео пиздец, как качественное. Я не знаю, почему так долго передается все. Mm-hmm. Надеюсь, что сейчас все будет норм. Да, мы сейчас все запустим, mm-hmm. захватим и посмотрим кинцо по факту. Даже 20 минут где-то идет ролик. Будем сидеть здесь и послушайте нас там заодно. Вы в курсе, кстати, что правильно говнье? Так мы видим говно. Мы же русские. Ну да. И ели говно. Только что. Ну да, говнё, русские, типа, тут же такая зачеркнутая. Русские сморки, которые читают говно, значит, говно для нас. Да. Значит, поэтому кстати, мы спускался видос сначала, но это связано с тем, что Ильи порт не работает на компе. Угу. Мы так приуныли сначала немного. Улыбалось просто, нет, типа, да. Мы там весит 3 гига. Мы уже, типа, как бы, все это... Да, могли мы бы, наверное, ну, типа, iPhone подложили. Да, да, к вебке. Был бы камстрим у вас. Такой камри, блядь. Обзора на шпроты. Да, шпротики. Честный 4К. 4К 120, да. Именно у тебя, кстати, 4К снимал? Не, я, блядь, вот если бы я 4К снимал, мы бы давно уже сидели бы, играли уже в играли в Tekken, блядь, или МГС бы прошли. Поэтому я отключил заранее перед этим, потому что понял, что если стрими получится запустить, довольны ли стримхатой в целом? Да это не стримхата, мы собрались... Мы просто сидели пивка попить. Да. Таким собрали. Образом довольны, да, прикольно было в какие-то моменты. Игры прикольные были, классные. Кстати, игры реально охуенные были. Я просто говорю громко, несмотря ребят. На то, что они были как бы, с одной стороны, говном, но проходить их было, типа, челленджево и клево. Некоторые моменты. Не, не помогает чисто зубов, блядь. У меня даже от губ воняет, как будто я думаю, блядь, схожу, отлизывал нахуй русалки какой-то. Я думаю, схожу покурить, может быть, это поможет. Начнет вонять, блядь, куревым перемешанным с этим калом. Да все что угодно будет вонять. Нет, я бы на самом деле, вот я бы на самом деле даже, наверное, доел, но, блин, вот именно страх протрестаться, при том, что я и так не особо хорошо себя чувствую, он пугает. Все-таки, блин, она, ну, типа, какая-то ненормальная в этом плане. 12 минут. Мне кажется, 20 минут на деле, потому что уже давно написано было, что 12 минут. Да, хуй знает, как она работает, чувак, но хотя бы половина уже передалось. Считаем, что, типа, видео с айфона передается. Забей, чувак, айфон. Фу, блядь, я рыгнул этим калом. Да, да, чувак, я тебе говорил об этом. Я уже почувствовал. Ты еще раз 100 так сделаешь сегодня. Я просто сижу... Ой, еба, чувак, ты серьезно? Да, блядь, это как пернуть, блядь. Блядь, это хуже. Что будет, если ты пернешь этим? Ну вот, я опять это сделал. Блять. Блять. Ты пернул? Нет, ну и ртом пернул, да. А. Ну, жопы не пернут. Бля, фу нахуй. Забивай. Бля, кот уже на стену лезет от этого. Я не знаю, чувак, бля. Такой тухлятины рыгать вообще не кайф. Он дерет диван. Ну, хуй. Он в бешенстве, чувак. Я бы не сбежал на кота сразу. Пух вообще. Говорят, лавровый лист пожевать. Ну, тут, мне кажется... Да блин, у меня была... Ну, воняет и хуй с ним, что поделать. А ты сжёг бы избавиться от мерзкой, блядь. Ну, там же есть эти таблы. Я не знаю, мне кажется... А мне помогли, кстати, они. Ну, от такого, мне кажется, поможет только, я Спасибо, не знаю, 200 врач, рублей. Который промывание Спасибо. Сделает. Может, повторить лучшего от Савелия? А что с ним случилось? Ну, он обосрался там, типа? Типа того. Блеванул на стриме, может быть. Блеванул, обоссался и обосрался. Мне очень нравилось, что Савелий Фрэнкшн, он обзоры делал на машину, а еще он стримил Майнкрафт недавно, очень смешно. Он говорил, блин, опять этот крипер. Мне очень нравилось смотреть его стрим. Понятно. А в каком состоянии ты находился? Ну, я нормально, кстати, был. Ну, если для тебя это нормально состояние, то ладно. Да. Но, конечно, моменты, когда он ебал шлюху, были не очень.
Не любишь. Он обосрался. Он обосрался? Я не видел. Ну, вроде как, да. Но он рассказывал. Он рассказывал, как в ванну насрал, кажется. Да, это тоже не очень. Бля, не, Лизон, короче, если у тебя появится какая-нибудь мысль, то все-таки не надо. Ну, типа, я понимаю, что у тебя это продается, но нахуй. Зато он придумал слово ебатория еще. Мне кажется, это слово существовало еще до него. Нет, это слово точно существовало, да. Блин, я, наверное, съем какой-нибудь супчик, потому что, блядь... Сергей, 65 рублей. Я плов тебе взял. Бля, давайте поиграем ради Христа. Слушай, я хочу... Ласкач, давай она все-таки пускай загрузится, и мы посидим еще немного, ну типа половину уже. 10 минут. Бля, чего? Че, две катки, давай с тобой две катки в Crash Team Racing. Бля, ну ладно, Crash Team Racing меня устроит. Нельзя. На какой-нибудь новой карте, блядь, надо геймпад найти. Вот твой геймпад. Вот. Нет, у меня был тот. Я просто не мурянь придрачился. Сори, я опять прыгнул. Блядь. Чувак, ну, блядь, запивать это пивом было не самый лучший идея. Ебать. Говном запить за милое дело. А, стой, подожди, я вынул этот ресивер. Какой ресивер? Блядь, поебень, чтоб вставить, тупо ебень. Нейтральное, чтобы, блядь, заглушить этот кошмар, блядь, во рту. Не знаю, сушки, будет сушки. Блядь. Свинстон. Свинстон звучит довольно клёво, на самом деле. Чувак, ну пиздец. Ой, я тоже, кстати... Да хорош, да блядь, вы заебали! Я не специально. Оно само. Оно само. Наиграно? Ну хуй играно, вы бы знали. От рук воняет до сих пор. Нет, там воняло достаточно жестко. Там воняло... Короче, вы сами все узнаете, я не хочу сполерить, но... Я охуел именно от того, как оно может. Именно не запах, а распространение, скорость распространения запаха. Она оказалась большой. И рейндж, это пиздец. Так, да, куда там заходить? Эмули? Да, эмулятор. Подрубился? Найс. Так. Чё, это? Да. Последние пару каток в Crash Team Racing. Можно в Crash Bash сыграть, кстати. Да, давай ничего не будем качать, типа того ставим. Да, там есть Crash Bash. А, есть? Да, давай туда играем. На одном диске. Ой, бля, я тоже рыгнул. Я тоже сейчас. Блядь, а что я нажал не так? Блядь, я сфейлился, да? У меня уже, мне кажется, иммунитет, блядь. Че, подожди, я закрою. Я тоже рыгнул, я понял, что такое. Но меня начало мучить изжога, это нормально? Меня мучила жога в соседней. Ну возьми вот этой штуки. А, похоже, забей. Не-не, она помогает этой жоге. Я думал, что сдохну. Я пожру, может, поможет. Свинхат. Ебать. Свинхат, прикольное название. У нас, кстати, звук не будет, я его выкручу вниз, чтобы не было проблем. Просто это надо будет. Так, ISO? ISO? Нет. Да. Оно? На верхнюю 706, который. Понял, все, блин. Так. У нас осталось всего лишь 8 минут, друзья, до того, как видео скачается на комп. Сейчас я не пойму, где звук. В какую сторону выключен, в эту или в ту. Нажми что-нибудь, или она грузится. Так, сейчас нет. Team Racing. Ебани. Ебану. Я зеленый. Все нормально. Да. Sony Computer Entertainment America. Так. В толчке будет вонять, возможно, не очень сильно. Все-таки не так уж и безумно это все было. Не так уж и вонюче. Не, лучше бы в Crash Team Racing поиграть, чем в Crash Bash, на самом деле. Да мы уже играли. Мы с тобой... это же есть Crash Team Racing. Да. Мы же с тобой, по-моему, играли недавно в Crash Bash, да. И было довольно уныло из-за того, что... Ну, там можно проходить, зато вдвоем ее, типа, это охуенно. Не, проходить можно. Звук, ребят, сейчас, подождите, а звук должен быть? У нас, Ну, у нас сделаем потише. Вот, я здесь оставлю. 7 минуточек. Ты
Давай боёк сыграем с тобой, даже не два, а один. У тебя будет аркада. Один, два плеера. Нормал? Да, нормал. Так. Ты выбрал другую тёлку? Не знаю кого. Ой, блядь. Да, да, да. Так, авиатрас. Из-за изжоги ебаный. Если бы не она, я бы, наверное, так не делал. Авантюра. Я не понимаю, почему... Да, газ, 10 минут. А где, сверху или снизу? Снизу. Я сверху, да. Да, у меня собака какая-то забавная. А у тебя свинья. Это свинья? Пятнистая, да. Нихуя себе. Блять, да я уже понял. Можно улететь просто. Ай, да, мы реально можем слышать. Сегодня. Вау, крошка. Опять? Ты чувак, я из-за изжоги рогаю, блять, не могу. Сам охуел уже. Ну. Нет, блять. По-моему, у нас что... сама все вонючая, если еще рыгнуть. Пиздец, вообще пиздец. Блять, рыгать постоянно. Ну да, давай же. Да, жестко. Жога пиздец. Да ебать. Ну что такое, я тоже улетаю. Я туда же улетел. Ну бот слишком ухуевший, они тут по скрипту гоняют. 5 минут 30 секунд осталось. За пуду, да, играешь? Да. Стандартный пуд. Вот тебе. Вверх. А я думал, ты за поля. А, это я играл в поля. Ебаная бомба. Буры суперняшки. У него лапки. Очень плохо получается. Ну, монстр, кстати, неплохо. Я думаю, раньше тоже играл в детстве. Но он только не дрифтал, когда со смотрим. Он дрифтовал, он уже первый ехал. Но я не умею это дрифтовать. Ебать, что лицо тут. Тут вроде как пытаешься дрифтовать, но ты замедляешься быстрее. Там буст... здесь на самом деле здесь там буст не такой большой. Дрифта, потому что здесь улететь легко, да, а да, так да. В целом дрифт дисплей. Не, я теперь понимаю, почему еще нормальные решки выглядели маленькие. Я еще подумал. Какая-то как-то дождь. Это замедление времени. Блять. Блять, ну ее нахуй. Я там же, чувак, улетел, это пиздец. Как... Пиздец, почему? Блять, серьезно? Что происходит? Сразу две взять, это искусство, кстати. Сразу два ящика. Заруинить одну вещь. Вау, крашка. Даже так? Нихуя. Блин, это суп похоже, мне уже кажется, что... Как-то стримингом. Везде плохо. Да, как будто везде плохо. Да, ну совсем мало. Я не знаю. Ебать. Серьезно? Блять, ну что мне взорвало-то нахуй? Мы с тобой посасываем, надо сказать. От рыбы ты или от пива? Так, отлично, зурбаган. Пожалуйста, блять! А у него тоже, блять! Пиздец, чуть не улетел. Блин, дрифт не ускоряет. Ускоряет, если вовремя нажать другой дрифт. Тут сложнее, чем Mario Kart. Да, блять, додрифтовался. Нифига ты чё замутил? Супчик, мне кажется, с большим удовольствием просто купили с ней, блядь. Вау, краш! Нет, блядь. Блядь. Второй. Ух. Не, я пососал. Так, ну всё, минута осталась. Одна минута, ещё одна карта.
Илья и Сигал. Да ладно, нет, чувак, 30 секунд, вон уже пипка осталась. Илья, сыграй. Чувак. Бля, ненавижу играть, чувак, я за 3 дня наигрался, блядь. Прикольная игра. Тем более говно какое-то. Пиздатая тема. Ну чё, чё, пиздатая игра. Все, закрываю. Передалось. Сервстремник бы лучше наебнул побольше. Оно? Это не то порно вчерашнее, которое мы снимали. Да, ну, сейчас посмотрю. Я звук пока отключу, именно воспроизведение. Попробую воспроизвести. Нормально ли будет смотреться? Да, нормально. Весьма. А звук? Ну, я его ёчу. Мы долго стоим уже. Ну, знаете, нам придется молчать, наверное, чтобы было все слышно. То, что на черный экранчик подъезд. Я знаю, 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 на черный экранчик. Как думаете, лучше как, на фуллскрин сделать? Да. И отойти самим? Не знаю. Будем... Просто если мы будем обсуждать, нас не будет слышно. Будем фейспалмить сидеть. Давай просто молча сидеть, никто ничего не говорит, и все, а поставь в окно. А может быть, на весь экран прям хуйнешь просто вообще? И чтобы все смотрели, а мы потом обсудили это. Давай так. Все скинул. Так, ребят, ну попробуем на фуллскрин. А, у нас стоит, сейчас надо все-таки поставить не ретро, а IRL. Так как все-таки это будет выглядеть как трансляция. Можно еще маленькую лепку в углу поставить, совсем маленькую. Сделаем. Короче. Мне кажется, я плевать начну через 10 минут, если вспомнишь, что я делал, блядь. Сейчас вспомнишь. Нет, не хочу. Так. Да, развелось, все развелось. Да. Подруга случилась. Наконец. Всем привет. Так. Привет, привет, наконец-то. Так, держи тарелки. Мы долго тут стоим уже, блин. Картошка остыла, не стал. Мы не могли все остыло, абсолютно. Сраная банка. Говна. Да. А, так, короче, я открываю. Я уже показываю. Так, короче, поддержи, пожалуйста. Я буду открывать в этой хуйне. Осторожно, потому что она будет литься сейчас. Я знаю, чувак, я столько видео пересмотрел. Я ближе всех вас стою, мне страшнее всего. Нет, тебя не брызнет, потому что... Да блядь, пиво не разлей, долбоёб. Так, тихо. Я вот нащупал. Сейчас... Ой, блядь. Она пшикает. Пока пахнет только Ласкиным дезодорантом. Снял. Ой, господи. Блядь. Так я... Звучит моя жопа по утрам. Блять, понесло, пацаны. Бля, чувак, я не уверен, что я смогу открыть ее. Сука. Ебать. Нихуя, блядь, отсюда там, блядь. Блядь, снимай. Я ничего не чувствую. Ой, блядь. Ласки, да, откроешь, может? Чувак. Чувак, они не брали. Чувак клоняет, там, блядь, фу, нахуй. Ебами. Да это жрать надо, чувак. Здесь это надо открыть, пространство, блядь, открывать. Ебать, ебать. Да вот ты щенебы, ты хуёв. А это только дырочка в банке, они все открыты. Я не знаю, блядь. Где глаза режу, как я смотрю в этот пакет. О, боже. А, блядь. Ну, вроде первая волна прошла. Да, перестал вонять так сильно. Я боюсь, чувак, я боюсь. Не, открывай, все нормально. Она реально как-то быстро ушла. Да мы привыкли просто, мне кажется, к этому. Ну, я секунд. Чувствую. Я пытаюсь понять, сколько я открылся. Ой, блядь, несусветно. Блин, по-моему, заклинил открывашку. Нет, все еще воняет.
Да, но я пытаюсь открыть. Только у меня открывашка прокручивается, сраная, блядь, шведская. Вот, блядь, схватилась. Ласка с тарелки. Держи пока тарелку. Главное, чтобы она не упала. Это хуйня. Пиздец, это, блядь, да тихо ты. Все нормально. Да нормально все. Бля, ребята, сейчас... Да пахнет просто сельдью, ребята. Я очень пытаюсь, но у меня сломалось, короче, открывашка. Это самое обычное. Подожди, я плачу пол. Чувак. Не шевели пакетом, ну что? Я не шевелю, бля. Я открыл пол в банке и сломалась открывашка сейчас. Не знаю, ножом придется пару. Так, все пошло дальше. Поздравляю, господа. С чем, бля? Сейчас новый палитр завтра у вас уже появится. Так. Блин, сок она реально много будет. Чуть-чуть неприятно. Сорян, блин, очень тугая банка, я не могу ее прям реально открыть, это пиздец какой-то. Какая-то операция, знаешь, неудачная такая. Да, она и стараюсь делать все, что могу. Два часа. Дайте, блин. Пытались всеми силами спасти. Да что ж такое, блядь? Сраный все равно стрим, поддайся мужикам. Могли бы банку сделать с этой, с чекой. Ну, да, видимо, да, она да. Вольбу, может, проходила через нее, я не знаю. Там. Я, кстати, не знаю, почему. А, типа, открылась бы внезапно, а люди бы не были готовы. Когда ты покупаешь это говно, ты должен быть готов всегда. Да, ну вас тут знаешь, что это. Так, почти одна. Обычные работяги, например, ванили. Ой-ой-ой. О, двое. Ой-ой-ой. Так. Че, я солью немного этого дерьма. Так, этот пакет надо подальше убери, ясно? Или вообще, я не знаю, сгоняем и сопровожу. Лесиво, блядь, лесиво. На реки, блядь, куда вы? Ты не к нам, блядь. А куда, блядь? Прекратите, блядь. Я ненавижу. Не воняет. Пахнет приятно, я бы сказал. Приятные запахи природы. Не на больше говядины, например. Ну, чуя, чувак, это брак, это пиздец. Я такого говна еще в жизни не нюхал. Да. Я нюху? Чувак, я не могу. Терпи. Блин, тут нужна железная вилка или ложка, блядь. Да ты ложка не потащит? Не знаю, попробуй. Чувак, даже здесь вам комнаты забили. Ой. Есть. Я пытаюсь подеть теперь, блин, она. Короче, я не везде ее открыл. Я пушу сейчас и нормально будет. Сука, почему такой мерзкий запах, блядь? Да почему она так долго открывается? Другой вот. Надо, чтобы она не пшикнула еще раз, но уже типа напор должен быть пропасть. Ебаные вот эти открывашки, лучше бы прям у меня Бабкина была такая, типа, старого советского образца. Да блядь, вертись. Если бы я знал, я бы нож взял стальной. Меня больше раздражает не только, как она воняет, а только, как она открывается. Добрый. Советские упаковки. Бля, тут еще, короче, зазор. Я уже весь искупался у него, кстати. Хорошо пахнет. Да он рофлит. Я не чувствую такой вони, чтобы прям охуевать, там, блевать. Воняет просто протухшей рыбы. Мне почему-то протухшей говядины больше не воняет. Может, через беляешь протухшей ял. Да, да. Вот это, кстати, вонь была похожая, как наблевал мне в мусорку. Я блевал. Он наблевал.
еще хуй бы идешь. Ну ладно, плавает. Да, это филе. Точно? Да, это филе. Фух. Припахнет приятно. Это селёдочки, знаете. Так. Мне кажется, ты просто уже привык к этой воде. Да, ты попробуй. Ну, типа, я не смог. Я вот это все попробую. Сожги их. Сожги их. Чувак, ну это невозможно. Блин, жалко, перчатки пиздаты, я бы их постирал. Так, ладно. Так, дайте одну пока. Сейчас сигалу сделаем у тебя. Ебой, а почему? Давайте скинуть хотя бы. Топ 5 все равно, может, два не делать. Не, давайте всем сразу так. Не, лучше не надо. Но я тебя просто выдам. Ладно, хорошо. Блин, почему ты так резко завонял? Может, нормально сдаешь? Да потому что ветром задувает. Почти ты выдал. Да, привыкаешь, хотя бы резко. Ты не привыкаешь, потому что вонь выветривается. Да, она типа, ну, как и выглядит. Свет, воздух. Ой, блядь. Да, я согласен, ребят, я беру свои слова назад, все-таки я бы не принюхался. Но не самый приятный, но все-таки нельзя. Короче, блядь, на ютубе все байтят, нахуй, на донаты, на подписки, на прочую хуйню, потому что это не настолько противно. А это есть можно вообще? Конечно. До 17-го года. Тут ее много, ребят. 17-го? Уже 18-го, по-моему. Да? До 19-го. Зато она потрошенная, нам хотя бы кишки не надо доставать. Да, и без косточки ебаные. Ну, чувак, если ты хочешь, давай ты первый. Давай, я первый. Давай. Только лучка надо еще. Блин, я, короче, не знаю, я ее разложить не могу сейчас. О, найс. Они как-то еще снимали эту хуйню, но с пластмассой не получается. Сейчас я тебе лучку, чтобы ты пах приятно. Картошечки. На вкус она нормальная, на запах только хуйня. Да? Пиво открывай пока. Я открою пиво. Давно? Ну, правда. Ну, тебе еще, ты не пробовал еще? Да, нет, есть. Может, зеленый пиво подойдет, нет? Че говоришь? Хочу зеленый попробовать тоже. Проблема в том, что открывашки нет теперь. Кстати, мне там лучше. Пока. Надо было перчатки, точнее, эти полотенца взять. Бумажный. Будвайзер не взял, пока взял. Надо бумажки все. Я срок, если ты, блядь. А, все. Ты сейчас ходишь там? Меня же открывают. Так, держи, давай. Я пока следующую буду делать. Ну, ты можешь пробовать. Пробуй еще. Давай. Говно. Я могу держать. Стандартный бутерброд с селедкой, как делают обычно в Вести. Да, вкуснее. Твое мнение. Двух слов. Зацепил, да, знаешь? Ебать, нахуй надо это есть, блядь. Нахуй это идея, блядь. Че, вообще пиздец? Не, я просто не люблю селедку еще, типа, это вообще пиздец какой. Ну, ладно. Дай мне еще одну тарелку. Ну, ты еще будешь или как? Нет, будешь. Да мы один, мне кажется, съедим. Ну, давай тогда сигал пробуй, блядь. Шипка тебе. Бля. Давай тоже говно запьешь. Ну, дай мне, как его, блядь. Будвайзер? Нет, тарелку я себе сделаю, бутиком мобстеру. Да. А, знаю, мобстер. Я, мне этого хватит. Я уже смотрел, я понял, как он. Он же такой же на запах, как и на вкус, или нет? Откуда я знаю? Это у Ласки я хотел спросить, но он пока еще не проживал. Не, на вкус гораздо лучше, чем запах, но, блядь, мерзкий нахуй все равно. При вкусе... Ты чувствуешь, ты знаешь, что это только что воняло, как говно кусок, блядь, и в рот себя засовываешь. Нужно лучка еще, пожалуйста. Да бери. Так, значит, достаем. Блядь, она... Побаливает. Иногда болевоз наступает, но не сильно. Когда... Ну, я не могу описать этот запах, короче, он такой. Не знаю, что там быть, кстати, я ничего подобного не нюхал. Ну, ты я, пока я не нюхал, я в чёрной. Да, я не нюхал. Расскажи, пожалуйста, что чувствуешь?
Да нет, другое. Блять, короче, на вкус вот как ласки был, ну, обычная селедка. Просто ты знаешь, когда что она воняла. Ты знаешь, что она воняла, и ты чувствуешь эту вонь, типа, это привкус вот этой вот вони да. во рту. Типа, если не принюхиваться, ну как вообще не дышать нормально носом, то ты ничего не почувствуешь. Да, мне надо вилку, я хочу картошку убрать, мне кажется, я из-за картошки что-то бреванул. Что, картошка невкусная? Ну, я просто не помню. Да, хуйня, картошка, нормальная картошка, чувак, ну, здесь не будет. Дело. Вот если привыкнуть к воне к этой, то будет норм. Не, в пизду ебать. Нихуя это не картошка, не хочу, да. Ну, я доля. Знаете, я хочу сказать спасибо Резон, потому что эта штука, она не дешевая. Да. В эквиваленте на русский стоит 3,5 тонны. Спасибо, потому что иначе мы бы этого не попробовали никогда. Спасибо, Резон. Ну что ты скажешь по вкусу? По ощущению? Как? Хуй знает, чуваки. Ну, все, попробуй. Ну да, кстати, вот это... Давай. Не, надо не показывай такое. Не, встань. Надо. Он может... Да не ешь, забей. Бас. Да, обычная селедка просто тухлая какая-то. Ну, воняет очень сильно. Но она именно воняет. Вот без бородинского хлеба... Она не то, что плачет, она именно прям воняет. Да я не понимаю, почему все блюют, блин, она и не пахнет настолько отвратительно. Ну когда, типа, вначале прям сложно. Ну да, вначале потом сложно, потом... Вот сейчас уже так... Да понюхай, она не пахнет настолько, она вообще не пахнет отвратительно. Мне кажется, мобстер сейчас... Глаза слезятся. Уже, по-моему, слушай, у него реально глаза слезятся. Обожаю его рофлы. Не знаю, смотри, как он... Сейчас идет, мне кажется, вопрос известный. Бля, я тебе говорю, ну... Ну, мы привыкли, мне кажется, к этой воне просто. Протрестаться стрёмно, на самом деле, это единственное, что я даже еще... Не знаю, я не хочу, я не буду. Я что-то тоже не потому хочу. Потому что, блядь, тухлая рыба, да, копить. Ну, как бы это продается в магазине, и думаешь, что настолько плохо. Блядь. Это же не аптека, где нужно... Это типа для любителей просто такого. То есть это, ну, типа деликатес, по сути. Ну, там же нет предупреждающего знака, типа, просрёшься. Не, ну то, что просрёшься, ты и не просрёшься, наверное. Просто тебе мерзко есть, если ты не ешь. Ну вот, смотри, сними. Это обычная сельдь, но она типа не засолена, а заквашена. Вкус как у резины, на самом деле, какой-то жжёный, очень солёный. Ну, понимаешь, но я не шведа. Держи. А солёная? Неплохо идет под пиво, и я уверен, другие напитки алкогольные. Но именно прям надо полюбить ее. Ну да, нужно любить эту вонь, то есть. Ты нужно... чего уперлась в эту вонь, она не вонючая, не надо. Ну, проще взять обычную да, сельдь. Она действительно пахнет, потому что обычно привык к продукту, который не так пахнет на весь подъезд. Да, но это все-таки приукрашено было, то, что она прям так воняет, ну, что пиздец. Может быть, какие-то знаменитые. Ну, мы не блеванули хотя бы. Ну, пару ротных порывов было. Ну, было бы немножко. Начали. Не более. Согласен. Особенно первые, прям первые. Потому что ты не знаешь, как она пахнет. Блин, я боюсь представить, что будет, если здесь пройдет человек, например, неподготовленный, да, и выйдет. Типа... Потому что здесь труп, наверное, какой-то лежит рядом. Типа мы-то уже привыкшие, нам кажется, что ее не пахнет уже особо. Ну, мне даже жалко ее выкидывать, но, блядь, в холодильник я ее не поставлю. Да. Сам понимаешь. Ой, блядь. Все-таки она еще иногда вызывает. Лучше, короче. Если вам так пиздец хочется селедки с пивом, купить селедку в винном соусе,
Если хочется очень соленой рыбы к пиву купить, блядь, очень соленой рыбы к пиву, я думаю, никто не будет спорить. Ну, это очень любитель. Но люди, которые блюются этому на ютубе, это просто пиздеж. Ну, это вообще ни о чем. То есть, ну, блядь... Не, блевануть можно, но только если сам себя заставишь. Совсем прям... Если ты прям сам себя выдаешь. Чувак, блядь, я жил какое-то время на зеленой ветке за автозаводской, не помню, как станция метро называлась, там сливные сооружения Москвы, блядь. Вот там воняло, нахуй, 8 раз хуже, блядь. Поэтому ты спокойно реагируешь. Это вообще детский сад, вот, в плане даже вони, на мой взгляд. Ну, бля, вначале немного шокирует, типа, ебать, нахуй продают, потому что, ну, реально да. Воняет. Но... Причем, знаешь, ты вот чуть-чуть открыл, а уже вонь стояла просто. Да, пиздец. Да, она пшикает, когда особенно сильно воняет. Блин, так прикольно, на самом деле. Но руки попридется их мыть. Ладно, лучше себя пока не лапать. Да, да. Лучше не дрочить пока. Какое-то время. Дрочить и сосаться стёклом я бы не стал после этого. Можно стёлочку дать, кстати, такой романтический ужин устроить, всё стрёмен, говно. Или я устрою подгонный розыгрыш, типа, ребят, смотрите, я банку консервов привез за мной. А говно офигенное пиво, кстати. Спасибо, Лизон, за пиво. Подгон. Да. Ну что, вырубай и пойдем тогда с чуваками. Секунду. Да, такая вот... Не, пора открывать, блядь, сёрмстрёминг патруль, короче, ездить по Швеции, дегустировать разные виды сёрмстрёминга. Но я пожалел, что я столько съел, у меня теперь изжога и вонь, блядь, от этого дерьма. У меня изжога от маленького кусочка, хотя я обычно от неё не страдаю, а тут прям... По КД. Не балдёж. Не, невкусно. Невкусно. Угу. Нет, вкусно, но... Да, я бы... Как там вкус-то можно понять на фоне вони? Она суперсолёная, на вкус как какой-то, не знаю, резина какая-то, блядь, тухлая селедка. Не знаю, короче, я не понял фишки. Ну, это национальное блюдо, я считаю. Если ты не швед и не угораешь с детства, то ты не пресечешь все-таки. Это не то, что, знаешь... Ну, есть люди, которые там не любят оливки, например, а это не то же ну, самое. Ну, типа они едят пиццу, например, и в ней оливки, они более-менее нормальные. Это реально слишком специфично, типа, бля. Да слушай, мне кажется, оливки нравятся по процентному соотношению, нравятся или не нравятся, тут как бы совсем прям. Один сёрмстрёмен в пицце, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, не знаю, анчоусы, кстати, по вкусу тоже довольно резкие, типа, а делают же пиццу с анчоусами. Я могу себе представить сёрмстрёминг, блядь, в пицце и в любой хуйне, её же заворачивают, лаваш. Подальше пицца от Папа Джон, знаешь, типа тебе маленькую привозят, а там... Ну, блин, я бы не стал, короче, еще раз пробовать однозначно. То есть не будет такого, что через пару дней я начну мучиться от ностальгии, и, там, писать Лизон, пришли еще баночку. Ну, просто тухлая рыба вообще. Не. А изжога это полный отстой, да. Вообще неприятно. Ладно. Да? Ну все, наверное. Подход к концу. Да, все мероприятия. Третий день. Окончено мероприятие под названием «Подсос хата» тоже подходит к концу. Предновогодний ивент. Называемый. Да. Какие у вас впечатления? Что хотели бы сказать на прощание? Охуенные игры. Охуенные да, игры. Неплохой был подбор игр. Спасибо ребятам, которые помогли донатами подсейвить там некоторые вещи, потому что, естественно, у нас не было подбора. Мы бы не прошли. Да. И спасибо всем, кто смотрел. Спасибо огромное, чуваки. Было клево, чуваки. Да. Пока. Давайте. Пока-пока. Даже если будет трудно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснут, я вернусь дождем в июле. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно, может днем, а может ночью. Ты меня не забывай.
забывай, не считай часов песочных, я вернусь осенней ночью. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай. Спасибо вам большое. Я вернусь, ты так спасибо. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай.